ельцинское время подвергают некоторому, я бы сказал, такому незаслуженному остракизму. Как вы согласны вот с такого рода нападением на те самые годы, которые изменили нашу страну и изменили, безусловно, в лучшую сторону? Сегодня мы наблюдаем провал и в экономике, и в политике, потому что ВВП только за счет нефти и газа. Это, в общем, ну, не надо быть очень умным человеком для того, чтобы держать его в хорошем, так сказать, состоянии. Кто сегодня тогда вот созидает эту самую политику, которую приводит в такие тупики? Первое лицо. Ну, может быть, я критикан, ну, черт возьми, но есть же и хорошие. С помощью информационной системы вообще можно очень сильно искажить общество. Куда же идет страна? Идем в стагнацию. Загнивание.